Духаст. Переводится как «Ты спросила, ты ненавидишь, у тебя есть я». В песне можно увидеть три смысла. Первый смысл в том, что эта песня о брачной клятве, о том, как герой решительно отвечает на вопрос клятвы «Найн». Ведь у него нет намерения жениться на девушке. Второй смысл в том, что лирический герой песни не был счастлив вместе со своей невестой, ибо она его скорее ненавидела, чем любила. Третий смысл, который мы наблюдаем в клипе, в том, что герой предпочитает преданность мужской дружбе, коллективу, чем любовь к девушке.